Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 263. Действуем по правилу. Нужно вычислить. Если выражение не содержит скобок, то сначала вычисляют значение всех степеней. Ну, а соответственно, если содержит скобок, то сначала вычисляют значение выражения в скобках и опять применяя правило. А. Вычисляем значение степени 10 третий. Итак, 2 умножить 10 в третий – это 1000. 2 умножить на 1000 будет 2000. Б. Здесь есть скобки, то есть вычисляем сначала выражение в скобках. 2 умножить на 10 будет 20. И надо 20 возвести в третью степень. 2 в третьей степени у нас 8. И добавить 3 нуля, потому что мы 20 будем умножать на 20 и умножать на 20. Будет 8000. В. Скобок нет, сначала возводим в степень. 2 во второй степени будет 4. 3 умножить на 4 будет 12. Г. Сначала производим вычисление в скобках. 3 умножить на 2 будет 6. И значение в скобках надо возвести во вторую степень. 6 в квадрате – это 36. 6 умножить на 6. Д. Сначала вычисляем значение степени. 2 умножить 5 в кубе – это 125. Можно воспользоваться вычислениями, которые мы делали в номерах 259, 262. 2 умножить на 125, мы получим 250. Е. Вычисляем сначала в скобках. 2 умножить на 5 будет 10. Значение в скобках надо возвести в третью степень. 10 в третьей степени – это 1000. Ж. Вычисляем сначала значение степени. 12 разделить. 2 в квадрате – это 4. 12 разделить на 4 будет 3. И З. Вычисляем в скобках. 12 разделить на 2 будет 6. Значение, получившееся в скобках, надо возвести во вторую степень. 6 в квадрате – это 36. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.